Ну хорошо, значит, мы с вами в прошлый раз, если вы помните, остановились на подсистеме документации, которая должна быть в этой вашей Unix-подобной системе нашей, которую мы назвали, по запалу назвали Linux. Вот. На самом деле, GNU Linux, скажем так, дистрибутивы на базе ядра Linux имеют очень разный внешний вид, но все-таки. У меня еще есть один должок с прошлого раза, который называется setgit directory traversal. Это довольно волшебная штука, нужная, совершенно ненужная для вот этого курса, который мы сейчас, у нас сейчас происходит, но нужная для представления о том, как вообще вот мыслили эти люди, которые создали Unix-подобную систему еще тогда. Правда, как я понимаю, достижение вот именно это, setgit directory traversal, это изобретение сообщества OpenWL Linux, то есть оно уже, так сказать, в самом начале этого тысячелетия произошло. Значит, напоминаю, о чем речь, что у нас все процессы запускаются с правами того пользователя, с правами которого был запустивший их процесс, за исключением тех, у которых в свойствах файлов написан либо setgit, либо setuid. Да? Если файл запускается setuidный, то процесс получает идентификатор не от запустившего его процесса, а того пользователя, кому принадлежит файл. Тем самым мы можем нарушать политику безопасности, связанную с тем, что все процессы принадлежат только одному пользователю, и из этого он вырваться не может. И внезапно запускать процессы с правами доступа, которые имеют право доступа, не такие, как все процессы данного пользователя. Вот. Бонус этой политики нарушения состоит в том, что мы исключительно это дело делаем только с помощью фиксированного числа процессов, программ. И эти программы, конечно, security officer вычитывает от начала до конца, 3 раза, там, 100 раз, все их вычитывают. Если кто найдет ошибку, возьмет с полки пирожок. Вот. Теперь представим себе ситуацию, что у нас есть программа passvd, которая, догадайтесь, что делает. Правильно, она меняет пароль пользователя. Все эти пароли лежат в одном большом файле под названием passvd, вот, что, в общем, конечно, неправильно, и поэтому в Linux они там не лежат. Они лежат в другом большом файле под названием shadow, так называемые теневые пароли. Вот. Идея состоит в том, что пароль, конечно, Linux не хранит, а хранит исключительно хэши от них. Но даже хэши представляют собой определенный лакомый кусочек для взломщиков, потому что если он их получит, то он может просто брутфорсом, банальной атакой по подбору с помощью словаря, да, попытаться угадать ваш пароль. А если он его угадает, он может там вместо вас залогиниться. Так вот, так исторически сложилось, что в обычной схеме размещения паролей все пользовательские пароли лежат в одном, ну, хэши от них, лежат в одном большом файле, который называется etc shadow. Вот. И права у него довольно жесткие, что-то типа там, ну не знаю, там rv для рута, в смысле для хозяина, значит, хозяин у него root, группа у него root. Возможно, тут, кстати, группа не root. Надо посмотреть, у кого сейчас с собой, если есть какой-нибудь Linux, посмотрите, какие права у Shadow. Вот. А права у него типа там 600. Ну, то есть, RV ничего-ничего, да? RV 644. Еще интереснее. 644. А, это VV. 640, конечно. Вот. Значит, Shadow. Значит, пользователь у него root, группа у него shadow, права у него 640. Что это означает? Хозяин этого файла, суперпользователь, имеет право на чтение и запись. Ну, суперпользователь и так имеет право на чтение и запись. Любой процесс, являющийся членом группы shadow, имеет право на чтение и больше ни на что. Значит, R, V, ничего. Восьмеричная 6. R, ничего, ничего. Восьмеричная 4. Ничего, ничего, ничего. User, group, other. Да, вот эти триплеты, о которых я рассказывал в прошлый раз.
Значит, традиционно, еще с Unix-овых времен, эти триплеты права пользователя, права, хозяина, права члена группы и права всех остальных представляются в виде шестеричного числа. Довольно удобно. Вот. Так вот, значит, восьмеричного, спасибо, да. Так вот, значит, в этой схеме есть один небольшой изъянец. А именно, я беру и, значит, запасаюсь веществами и долго читаю исходный код программы PassVD. И нахожу в нем дыру. Такую, которая позволяет мне каким-то, значит, противоестественным способом выкатить содержимое файла etc/shadow куда-то и получить его, запустить там John the Ripper, какой-нибудь взломчик, и, пожалуйста, значит, хэши пароли у тебя, и John the Ripper там долго ли, коротко ли, начинает выдавать настоящий подходящий пароль. То есть потенциально хранение всех яиц в одной кошелке не очень правильная задача, тем более что обычному пользователю, запускающему программу PassVD, что точно никогда не нужно, это чужие пароли. Вообще говоря, было бы правильно сделать так, чтобы каждый пользователь мог поменять пароль только себе. То есть хранить все эти маленькие shadow-файлы для каждого пользователя в отдельности. Тогда, внимание, вопрос, а как сделать так, чтобы никто другой туда зайти не мог? Вот. И вот здесь вот как раз, мы приходим к идее setgit directory traverse. Значит, мы устраиваем в каталоге etc, под каталог, ну, скажем, он называется TCB, это просто аббревиатура Trusted Computing Base, это термин из каких-то средств защиты сообщества OpenWL Linux. И у него права такие, что ни один пользователь туда вообще попасть не может. Если мне не изменяет память, у него права для рута там неважно какие, для рута это каталог стал, RVX это пускай, а вот для дальше здесь у него ничего X для группы. Таким образом, никто, кроме рута, не может туда забраться, а что касается... Да, и у него, значит, хозяин root, а группа у него тоже пускай будет shadow, или там, я не помню, что, но пускай будет shadow, это не важно. Вот здесь я могу ошибиться. В мире не существует, в системе не существует пользователей, которые вообще что-то с этим могут сделать. Потому что в группу shadow никого не включают. Группу shadow можно только получить, будучи сетгидным. Мы запускаем процесс PassVD, он будет сетгидным, он будет получать с вашими правами запускаться, но получать дополнительно базовую группу shadow, и тогда он может сделать что с этим каталогом? Он сможет в него переместить, он может прочесть файл из него. Он, правда, не сможет посмотреть список файлов из него, потому что R запрещен. Но это и не нужно, потому что здесь будет имя пользователя, логин ID, который вы и так знаете. Вы и так знаете, с каким именем вы залогинились. А вот здесь уже будет, причем права на этот каталог, будут тоже очень жесткие. Они будут такие R, V, MN, X. А вам там, ну, значит, RV. X. Как-то так. Могу соврать. То есть в реальной схеме может быть немножко не так, но главная идея какая? Никакая программа не сможет забраться сюда. Никакая ваша программа не может забраться сюда, потому что вам через вот это не проломиться. И только программа PassVD, запущенная лично вами и получившая по ходу еще setgit shadow, может забраться вот сюда и залезть в файл PassVD, или там shadow, да, который будет иметь права что-то типа, это будет ваш файл, да, тут у него будет права user, двоеточие, там, не знаю что, shadow, и у него будет права rv,
минус, там, дальше не знаю что, все минус. Что? Нет, нет, на пользователя, конечно. Здесь вот может быть еще R на группу, а может быть и нет, или X на группу. Не нужно. Вот так, конечно. Это же тоже ваш, это юзер. Здесь может быть вот тут еще для Shadow какой-то дополнительный бонус. Но он, в общем-то, не нужен. Потому что в этот каталог программа... Я не с той стороны написал, конечно, да. В этот каталог программа по SVD попадет, потому что она сетгидная, а в этот каталог, потому что она ваша. До этого файла можно добраться только в одном случае. Никаких пользователей нету таких, которые могут добраться до этого файла. И только если у вас был сетгидная программа, которая смогла пройти через вот это, и которая запускается с вашими правами, поэтому она имеет пройти через вот это и попадает вот сюда, вы можете что... Короче, ваш хакер, который долго и нудно взламывает что-то, наконец получает доступ к файлу Shadow, в котором хранится его пароль собственный. Ну, вернее, его хэш. Ну, круто. Вот. Значит, на самом деле это уже как бы дела другие, да, но вот идея, как манипулировать правами доступа и сетгидом, приводит нас к тому, что мы можем сделать в системе такие файлы, которые будут доступны не просто там вот никому, да, а отдельным процессом в отдельных случаях. Вот. Вот такая картина. В принципе, это задокументировано, можно почитать вот, в учебнике в нашем с Кириллом, этот процесс тоже сетгид. И там, кстати, с правильным идентификатором. Здесь я мог что-нибудь приврать. Значит, еще раз, до тех пор, пока процесс не получит сетгид, он не пройдет сюда, а с тех пор, как этот процесс принадлежит не вам, он не пройдет сюда. Таким образом, обычный пользователь даже список пользователей получить не может. Вот. Ну, правда, в PassVD есть этот список пользователей, но теоретически может и не получить, да, то есть мы можем так написать нашу систему безопасности, что даже список пользователей, вот содержимое этого каталога, X-то вы сделали, а R-то у вас нету, вы не знаете, какие там еще файлы лежат. Зато вы можете воспользоваться вот этим каталогом, потому что BitX здесь есть, значит, вы можете, зная это название, зайти сюда, ну а здесь что хотите, то и делать. Так, это был должок за прошлый раз. Теперь, собственно, обещанный рассказ, почему наша система, состоящая исключительно из ядра с его программным интерфейсом, и дикого количества утилит, которые, ну и библиотек, соответственно, библиотеки реализуют дополнительный программный интерфейс, а утилиты все это дело утилизируют. Чего они назывались утилиты? Ну, чтобы утилизировать какой-то программный интерфейс из командной строки. Почему такая архитектура внезапно стала весьма и весьма гибкой и там в течение там, 30-40 лет служила универсальным конструктором для программных решений? Да и сейчас, в общем-то, служит. С чего начать? Начнем, наверное, с интерфейса командной строки. Главное не забыть про подсистему помощи, потому что в прошлый раз я про нее не рассказал. Итак, интерфейс командной строки. Слушайте, human readable, human writable я уже грузил, да? Всю вот эту картиночку. Значит, вспоминаем. Человекоприемлемость этой командной строки human readable, human writable. То есть то, что вы делаете, то, как вы командуете компьютером, да, это должен быть такой инструментарий, который вам подручный. Да, вы делаете это с компьютером сами каждый день и нисколечки не устаете, да, как в этом самом, трудно быть богом. Могу делать так практически весь день, нисколько не устану. Вот. Ну, по-моему, какая-то странная копипаста непонятная. Ну, неважно. Так, я точно про все это рассказывал. Может, я не туда пошел? Я прошу прощения, я вот не распечатал материал и теперь торможу. Секунду. Да, точно, там скопипастилось один кусочек. Ну, отлично, значит, я про это говорю.
Ну окей, тогда я просто напомню прям совсем тезисно, чтобы, раз уж я это начал, чтобы не вешать неразрешенный... Опа! Изменилось. Надо было печатать, да. Ну окей, неважно. Значит, human readable, human writable. Что у нас еще есть? Обратная связь. То есть интерфейс устроен таким образом, что вы командуете компьютером, а он вам отчитывается. В этой обратной связи есть забавный принцип совмещения разделения потоков управления и потоков данных. Помним, STDR и STDOUT. Да? Значит, мы с одной стороны хотим как-то отличать те данные, преобразованные текстовые, которые нам наш интерфейс выдал, от тех диагностических сообщений, которые он нам же и выдал. И для этого существует два разных потока данных. А с другой стороны, мы хотим, чтобы это все было в одном и том же месте, чтобы нам не приходилось бегать в какое-то отдельное окошко и там все это читать. Вот. Не происходило переключение контекста. Потому что, строго говоря, данные, которые обработаны, вам выданы, и диагностические сообщения, которые там же выданы, да, это, в общем, один и тот же контекст. Значит, совмещение и разделение управляющего потока и потока данных. Вот. В нашем интерфейсе командной строки должен быть предусмотрен удобный способ вызова всех вот этих вот утилит, там, сколько их ни на есть. Работа с утилитами. Это такая вводная. Значит, что приводит к нас к мысли, что вообще говоря, одного интерфейса командной строки, как вот такого средства взаимодействия с компьютером, недостаточно. Итак, интерфейс, значит, про командную строку понятно. Значит, мы вводим команду, которая выглядит как, собственно, команда и ее параметры. Дальше это все как-то выполняется, и нам выводится результат. Но было бы очень неплохо в этот инструмент добавить механизм, позволяющий вот эти все утилиты не просто вот вызывать из командной строки, а как-то устраивать из них некую суперпозицию. Я бы сказал, вот напишу здесь слово «оболочка». И поясню, что это значит. Не только удобный способ подачи команды и чтения результатов, но и также возможность конструировать из этих команд некую суперпозицию, чтобы, грубо говоря, результат работы одних команд влиял на работу других. Собственно говоря, в этом ведь и состоит, скажем, труд, ну не знаю, какого-нибудь интегратора, который берет и приклеивает несколько сервисов к центральному авторизатору. Он берет, пишет программу на каком-нибудь быстром языке, типа Python, в смысле для быстрой разработки, да? И прям склеивает, раз там, по одному протоколу туда сходил, по другому протоколу сюда сходил, значит, приклеил одно, приклеил другое, написал логику, бах, пошло, поехало, работает. Да? В случае операционной системы, организованной по Unix Style, никаких служб у нас таких особых системообразующих нету, а в основном системообразующая часть — это утилиты. Значит, нам нужна оболочка вокруг утилит, которая позволяет эти утилиты запускать с различными параметрами, обрабатывать результаты их работы, на основании обработки результата их работы запускать какие-то другие. И вот, короче говоря, склеивать, да, вот обмазывать вокруг этих утилит чего-то, что позволяет их, как бы, из них компоновать большое решение, составное решение вашей задачи. Из этого непосредственно следует, что такая оболочка должна обладать свойствами языка программирования. Причем, очевидно, языка программирования достаточно высокоуровневого. Что такое высокоуровневый язык программирования? Это когда в нем не просматривается физический исполнитель.
Да? То есть он работает с вычислительной моделью, которая совершенно не равна тому, что творится на самом деле на центральном процессоре вашего железа. Вот. Разумеется, оболочка, которая работает с утилитами, которая работает с системными вызовами, которая работает с какими-то структурами в ядре, которые на самом деле где-то там на процессоре выполняются, это достаточно высокоуровневый язык программирования. Одно то, что вместо операторов там будут в основном вот эти самые утилиты, говорит о многом. Вот это все вместе дает нам довольно интересный эффект, собственно, который, как я понимаю сейчас, до меня почему-то раньше это не доходило, и обеспечил вот этому подходу столь долгую жизнь. Смотрите, наша задача что-то очень быстро сделать с нашей операционной системой. Дайте ей пару команд. Что мы делаем? Открываем интерпретатор командной строки и вписываем туда пару команд. Профит. Наша задача что-то более сложное сделать с операционной системой. Один раз. Что мы делаем? Открываем интерпретатор командной строки и вписываем туда команды до тех пор, пока не добьемся того, что мы захотели. Потом выясняется, что, оказывается, в будущем нам это понадобится делать с операционной системой еще много раз. Да? Сделай это много раз. Что мы делаем? Мы берем и все, что мы написали вот сюда, называем командным сценарием, обмазываем какими-то программистскими штуками, если там еще и параметры нужны. Складываем в отдельный файл, и в следующий раз мы заходим в интерпретатор команды, но запускаем один файл, называемый сценарием, и он нам за нас делает все, что нужно. Команды, которые мы даем здесь, и операторы вот этого языка программирования, это вообще одно и то же. То есть, грубо говоря, администратор системы параллельно учится программировать на этом языке. Управляя системой, одновременно ты поднимаешь свои скиллы по написанию таких сценариев. В какой-то момент получается следующее, что у тебя уже начинает срабатывать инстинкт. Если ты видишь, что эту задачу надо решать больше, чем два раза, ну хорошо, больше, чем три раза, ты с самого начала уже не пытаешься набрать группу команд в командной строке, а прямо сразу открываешь редактор, пишешь сценарий, возможно, параметрический сразу. Потому что это очень легко, сейчас покажу. Вот. И в следующий раз у тебя уже будет сценарий. Главное в них не заблудиться. Да? У меня уже там десятки таких сценариев разложены в разных местах. Значит, есть место, где их много. Вот. Такие велосипеды личного пользования. С квадратными колесами для личного удобства. Вот. И это делает работу, так скажем, повышение своей квалификации в области операционной системы делаем чуть ли не автоматически. То есть единственный принцип, который ты должен преследовать, ни в коем случае не выполнять обезьянью работу. То есть вот ситуация, когда человек в сотый раз открывает интерпретатор командной строки и в сотый раз вводит туда 50 команд, много говорит об этом человеке. Так делать не надо. Тем более, что, как мы сейчас увидим, инструменты, предназначенные для эффективного превращения того, что вы делаете в командный сценарий, в программу на Shell, скажем, назовем вещи своими именами, в программу на Shell. Очень хороши эти инструменты. Вот. Собственно, слово «сценарий» как бы намекает нам, что изначально это было именно так. Вы себя как-то вели в командной строке, а потом то, как вы себя вели в командной строке, вы превращали в программу. Это называлось сценарий. Ну, видимо, все по порядку. Вот, видимо, все по порядку. А, да, нет, я не сказал главного. В классической Linux, Unix-подобной Linux-системе именно вот такие сценарии, из них и состоит, собственно, процедура
штатного запуска операционной системы. Именно из них. Вот у вас есть какие-то утилиты, у вас есть какие-то, помните, демоны, такие процессы, которые все время там живут. Для того, чтобы сделать из них операционную систему, надо всего лишь написать много сценариев, которые запускают их так, как надо, тогда, когда надо, с какими надо параметрами. Все. Да? Неожиданное удобство в этой ситуации составляет то, что если ты сам эту операционную систему потихонечку обихаживаешь, ты уже это сам делал. Осталось только это заскриптовать и положить. Образуется само. Вот. Что для этого есть? Для этого очень много чего есть на самом деле. Поэтому, вот чему, собственно, и посвящен весь сегодняшний разговор. Давайте посмотрим, насколько наш shell, да, вот традиционно командная оболочка для Unix-подобных систем называется shell, насколько он действительно удобен и приспособлен для такого рода работы. Значит, команды... Не команды, утилиты. Это утилиты, внутренние команды, собственно, команды. И все это как бы операторы. То есть вы пишете программу на языке программирования, состоящего по большей части из этих самых утилит в качестве операторов. Вплоть до того, что в ранних версиях Unix не было в Shell никакой своей собственной арифметики, а была командочка export, которая вычисляла арифметическое выражение. Это была утилита, лежащая в каталоге userbin. Нет, просто bin. Нет, userbin. userbin export. Вот. Зачем нужно вычислять арифметическое выражение, если есть, там, если есть утилита export? Кому не нравится export, есть утилита dc или bc, да, которые сами вычисляют все. Зачем нам нужно в нашем вот здесь вот имплементить это? Пускай работает то, что уже есть и без того. Значит, условный оператор, знаете, как устроен в Shell? Есть утилита, которая называется вот так. Это программа. Лежит в слэшбине, по-моему. Вы пишете тут. Дальше вы пишете команда. Нет, там какой-то синтаксис. Какой-то синтаксис. Да, там. Не-не-не-не. Это вы, да, значит, здесь. Вы пишете какое-нибудь выражение, да, там что-нибудь типа там 5 не равно 3. Вот это название команды, а это ее 4 параметра. Вот. Если это возвращает... Если эта операция закончилась успешно, вся вот эта программа возвращает истину, а возвращает 0, это код ошибки 0, и давайте это запишу. Код ошибки в условных операциях. Код ошибки в условных операторах и циклах. 0. То есть безошибочное выполнение. Код ошибки 0 – это истина. Все остальное – это ложь. Таким образом, если эта операция завершается безошибочно, то выполняется как бы, вы можете написать что-нибудь типа and еще команда, и это у вас if вот это, then вот это. Но есть и более человеческий синтакс. Это я просто к тому, как это все реализовано. Да, вы можете вызвать оператор if. Вот. Вот, можете написать так, if операция, команда, да, команда, then, нет, можно перевод строки, да. Здесь команды какие-то.
Фи. Фи там, да? Фи. Ну и else там, понятно. Значит, как это работает? Выполняется вот эта команда, если она завершилась с успехом, ее код возврата 0, выполняется вот все, что здесь, команды, видите, большой буквы. Все до слова фи, это операторная скобочка такая. Ну, у них так устроено. И фи там, значит, этот самый кейс язак, да, вот, ну, большие были юмористы, ребят. Нам с вами что важно? Что вот это условный оператор, написанный на шелле, у него вместо операций сравнения на самом деле просто какая-то команда, успешное завершение команды выполняется клауза истина, неуспешно, тут можно было написать else, выполняется клауза else. Об этом мы будем в следующем семестре говорить, я просто привожу пример. Вот. Значит, что еще такого? Это много всего, это еще долго буду говорить. Кажись. Ну, я уже сказал, что операторы — это команды, то есть там просто по имени программы вызывается сразу программа, это понятно. Значит, поскольку у нас есть такое правило, что как можно больше информации в нашей системе текстовой, очень много специфических команд обработки текстов, начиная от встроенных в shell каких-то там подстановок, раскрытия, в больших shell'ах они очень толстые, эти раскрытия, вот. И заканчивая какими-нибудь универсальными обработчиками текста, значит, команды много, много, утилит, обработки текстов. Зачем они нам нужны, сейчас покажу. Это ровно следующий факт. Значит, если у нас какая-то текстовая информация, мы практически наверняка стопудово можем из нее добыть то, что мы хотим. Потому что есть и специфические обработчики этой информации, и вообще универсальные, типа пакетного редактора SED. SED — это потоковый текстовый редактор. Вы пишете программу, которая преобразует текст на этом SED, такую вот на птичьем языке, размером там, не знаю, 20 символов. Вот. Она поедает построчно входной текст, обрабатывает его этой программой и выдает выходной текст. Если вам не нравится SED за его птичесть, используйте там AVK. AVK — это прям такой язык программирования по обработке входных текстов. Вот. Не нравится AVK — пишите на Perl. Вот. Perl — это вообще высокоуровневый язык программирования. Можно скрипты писать не на Shell, а на Perl, кстати. Долгое время так было очень популярно, потом почему-то Perl начал сдавать популярность. Не знаю почему. Вот. Я начал было писать список команд обработки текстов в Unix-подобной системе и понял, что там на втором десятке я понял, что список этот бессмыслен. Значит, почему? Теперь вопрос, почему нет, сейчас мы доберемся. Следующий волшебный момент, ну, не то чтобы волшебный, но это такой вот, что сыграло свою роль. Когда вы запускаете вот эту команду, она же оператор, разбор командной строки происходит так. Значит, вы можете там переменное окружение переопределить, но про переменное окружение мы сейчас разговаривать не будем, это на следующий семестр останется. В самом простом варианте. Вид у вас такой, команда. Она же может быть внутренней командой вашего шелла, она же может быть утилитой, скорее всего, она утилита. А дальше идут параметры, необязательные. Параметр 1 через пробел, да? Ну, вернее так, разделенный разделительный. 1, параметр 2 и так дальше. Так вот, существует довольно четкая договоренность насчет того, как устроены вот эти параметры. Соответственно, у вас не просто утилита делает какую-то одну работу, а каждая утилита может быть вызвана с определенным набором параметров и решает свою подзадачу полностью. Ну, например, утилита просмотра каталога текущего ls. ls — просмотр содержимого каталога. В ней почти все ключики, ну, значит, видимо, придется поговорить про то, что такое ключики. Договоренность бывает такая. Значит, параметры бывают какие? Параметры бывают модификаторы поведения, они же ключи.
Иногда их неправильно переводят как опции, потому что options по-английски. Но все-таки по-русски слово опция означает немножко другое, я привык использовать слово ключи. Модификаторы поведения. Модификаторы поведения. Начинается на минус и дальше какой-нибудь символ. Минус буква. Буква. Еще бывают вот такие. Минус, 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 минус слово. Вот. Еще бывают параметрические. Иногда они бывают параметрические модификаторы. Параметрические. Метрические. Параметрические. И тогда мы пишем что-нибудь типа минус-минус слово равно значение. Вот. А бывают, собственно, содержательные параметры. Вот. Ну, например, если вы пишете, пример, если вы пишете что-то ls минус l, допустим, ну не знаю, там, имя файла, филе, .c, то вот это у нас модификатор поведения, а вот это содержательный параметр с именем файла. Модификатор поведения говорит нашей программе ls выводить информацию о файле не только про имя файла, но и про его права. То же самое минус-минус long. Это одно и то же. Да? Это однобуквенный параметр, это полнословный. Вот. Значит, а здесь мы передаем, собственно, название файла. Таким образом, если мы сумеем на нашем языке программирования сформировать вот такую команду нужным нам образом, да, команда останется та же, а вот эти параметры мы подставим, какие надо. И полученный результат как-то обработаем. То есть тот факт, что все вызовы наших утилит всегда одинаковые, и для них существует договоренность про то, как устроены их параметры, позволяет нам автоматизировать их вызов и здесь писать не только заранее заданные строки, но и как-то конструировать вот это место. Хотим так, хотим сяк, один файл подставили, другой файл подставили, там, ну вот, понятно. То есть формат команды близок к пониманию, как выглядит формат оператора в языке программирования. Но и это еще не все. Это только начало. Сейчас, чтобы не забыть что-нибудь. Ненавижу. Он решил перезагрузить страницу. Так, наверное, вот здесь надо продолжать. Помните, я говорил, что нам необходимо поставить в зависимость выполнения от результатов выполнения одних команд, выполнения других команд. Первый шаг мы уже сделали вот здесь, когда сказали, что возвращаемый код возврата нашей утилиты это является условием условного оператора. То есть вот здесь уже мы говорим, утилита закончилась с одним кодом возврата, значит, выполняем одну группу команд, с другим другую. Так вот, еще более важная вещь, это когда у нас программа выдает какой-то вывод, а мы этот вывод перенаправляем на вот другой программе. Вот. Тут надо вспомнить руководителя подразделения, который, значит, ну, после того, как выяснилось, что совместная деятельность Кена и Денниса это не просто, значит, написание какой-то операционной системы для запуска игрушки SST, вот, а еще и, в общем, хорошая операционная система, там появился целый отдел, у этого отдела был прекрасный начальник по имени, сейчас скажу, как у меня тут... Дуг МакКилрой. Вот. Этот Дуг МакКилрой был помешан на макросах в свое время. Вот. И сначала очень хотел, чтобы вся эта вот командная шушера, она происходила в виде такой вот вложенной макроподстановки. Вот. Потом выяснилось, что макроподстановка это может быть и веселая вещь для программиста. Но когда ты эту макроподстановку вводишь с клавиатуры, у тебя немножко макроподстановка мозга возникает. Вот. Поэтому после некоторого количества экспериментов и, собственно, изучения того, какого рода
какого рода суперпозиция применения результатов одного, применения второго фильтра к результатам первого нужна. Под его чутким руководством ребята изобрели понятие канал. Вот этот канал, он, конечно, сделал почти все остальное. А именно, вы можете написать команду 1, скажем, какой-нибудь ls-l или минус 1, чтобы в столбик. Дальше поставить канал и запустить, ну, скажем, программу подсчета слов там, опять же, минус l. Это означает посчитать количество строк в стандартном вводе оператора утилиты VC, WordCount. Ну, по умолчанию вводит три числа, да, количество символов, количество слов и количество строк. Вот это количество строк, минус length, она же минус-минус length. Вот эта палка, я, по-моему, приводил этот пример на одном из первых, на одной из первых лекций, скрывает в себе довольно забавный механизм, который в других случаях выглядел бы довольно монструозно. Значит, во-первых, опять-таки, здесь кроется, как всегда, некоторое такое программистское хитроумие. Вот. А во-вторых, да, здесь не так все просто. Значит, программистское хитроумие заключается в следующем. У вас любой процесс при старте, как учат, вот кто знает язык C, да, там про это говорят, или кто, у кого был на втором курсе оси, да, там про это говорят. Когда у вас процесс запускается, у него всегда сразу открыто три потока файловых. Один на ввод, два на вывод. Один на ввод — это стандартный ввод, номер 0. Один на вывод — это стандартный вывод номер 1. И второй на вывод — это стандартный вывод ошибок номер 2. Мы с вами говорили уже, зачем нужно разделять стандартный вывод и стандартный вывод ошибок, чтобы их распихивать в разные места. Если вы закроете дескриптор номер 1, стандартный вывод, который у вас идет на консоль, а потом снова откроете какой-нибудь файл на запись, как вы думаете, какой номер дескриптора он получит? Номер 1. Если вы закроете стандартный дескриптор номер 0, а потом откроете файл на чтение, да? Кстати, на запись тоже, но неважно. Вот вы закрыли, потом снова открыли, у него получается номер 0. Таким образом, для того, чтобы вот это запустить, делается следующая операция. Запускается с помощью fork exec один процесс. Запускается с помощью fork, с помощью fork другой процесс, два процесса. Вывод этого закрывается, открывается специальное устройство под названием канал ввода-вывода, оно получает внезапно номер один в качестве. После чего экзекается вот этот ls. Этот ls получает все окружение от родителя, в этом родителе стандартный вывод теперь не на экране, а в pipe, вот в этот канал. Абсолютно такая же картина с этим. После форка продолжает работать shell, он закрывает стандартный ввод, открывает вот этот канал на чтение, после чего делает exec вот этой штуки. И эта штука ничего не подразумевает о том, что ей подсунули другой стандартный ввод. Она просто из него читает. У нее же есть первый дескриптор открытый. Вот она из него и читает. То, что это канал, она, конечно, может узнать. А может не захотеть узнать. Таким образом, на C, например, да, это будет, значит, такая небольшая пачечка форк экзеков со всякими странностями. На шелле это выглядит в виде одной палки. Вот это то, чем пользуются все скриптописатели мира на шелле всегда. Вот. Почему? Потому что наш объем текстовых данных, которых у нас в Unix и в Linux, соответственно, очень много, можно отлично обработать с помощью текстовых же обработчиков. Вот это вот утилита системная. А вот это как раз обработка текстовых данных, подсчет строк в данном случае. Если вы заглянете в те самые системные сценарии, коих в GNU Linux дистрибутивах, из которых он состоит чуть ли не полностью, да, вы увидите там вот такого вот большое число. Перенаправление ввода и вывода. Я уже не говорю про более простые вещи, как перенаправление в файл. Это стандартный ввод файл. Вот это вот. Стандартный ввод ошибок, вывод ошибок с файла. Вот это стандартный ввод из файла, это был вывод. Да? Значит, вот давайте напишем что-то типа команда, файл. Стандартный вывод пошел в файл, стандартный вывод ошибок продолжает идти на консоль. Вы ошибки видите, ну, диагностику видите, а данные идут в файл. Тут вот из одной программы в другую, здесь файл. Стандартный ввод, значит, вы можете запустить программу, которая вообще, говоря, читается стандартного ввода, но прямо из файла.
По этой, кстати, причине в еще из Unix-систем существует понятие программа-фильтр. Потому что, в принципе, программа читается стандартным вводом, пишет на стандартный вывод. Кому надо, переопределяю. Да? Вот. Если вы хотите перенаправить, пишите ERR файл какой-нибудь. Стандартный вывод ошибок, пожалуйста, пишите 2 больше, и это будет номер. Ну и там всякие другие упражнения, опять-таки, за неимением времени я про них не говорю, я только говорю, что перенаправление ввода-вывода – это очень мощный инструмент именно в шеле, который, в общем, за исключением перла, по-моему, нигде так не реализован круто. Вот. Что это означает? Это означает, что вот те самые команды, которые вы подавали из интерфейса командной строки, вы теперь можете подавать довольно развесисто. Ну, кто мешает вот такое написать в командной строке? 10 символов, честное слово, ну 12. Раз, два, три, четыре, пять, нет, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 10 на 12. Понаделав за свою жизнь несколько сот тысяч вот таких команд, вы станете крупным экспертом в этом деле. А это значит, что вы автоматически становитесь крупным экспертом вообще в структуре, в программной начинке вашей операционной системы. Вот. Вдруг, за бесплатно. Просто по факту ее пользования ею. Ну, естественно, пользование вдумчиво. Про вдумчивое пользование чуть позже. Перенаправление ввода-вывода. Ну, значит, что там такого еще? Что там такого еще рассказать, чтобы этот момент про оболочку пафосно закончить. Это я сказал. Вот. Значит, ну, пожалуй, еще две вещи. Первая вещь – это связанная с, все еще с оболочкой непосредственно, с тем, как вот мы взаимодействие делаем. Смотрите, мы, если мы, допустим, хотим результаты работы вот этой программы отдать не другой программе, а положить в какую-нибудь переменную. Ну, у нас же язык программирования. Кстати, в шеле все переменные строковые, вообще все. Вот. Ну, потому что вы работаете со строками в основном. Если вы хотите что-то вычислять, ну, оно само преобразует куда надо, вычислит, потом преобразует обратно в строки. Ну, что делать? Так вот, если мы хотим не на вход другой программе подать, а положить в какую-нибудь переменную и потом использовать это значение. Нет ничего проще. Есть операция подстановки, которая пишется вот так вот. Вы представляете, что-нибудь типа, там, не знаю, out, это имя переменной, равняется backtick ls. Все. Теперь результат этой программы в виде текста поместится вот в эту переменную. Все. Опять-таки напишите такое на каком-нибудь языке программирования, кроме Perl. Разумеется, Perl это такой вот мега-шелл. Вернее так, когда Ларри делал Perl, он хотел, чтобы в нем было можно сделать абсолютно все. И в нем можно сделать абсолютно все. Это его главный недостаток. Достоинство. Вот. Значит, нет, правда, Ларри глубоко убежден, что это достоинство, а я не очень. Значит, ну, где я, где Ларри? Понятно. Значит, ну вот. Простой, как мычание. Вообще, вот эта вот подстановка одного в другое в шеле делается просто очень здорово. Мне тут еще пришло в голову еще одно свойство, не относящееся уже к теме подстановки, а относящееся скорее к теме эффективного управления из командной строки, которая имеет отношение к оболочке тоже. Чтобы такое стереть, сотру вот здесь. Это тот факт, что когда вы работаете с шеллом, вы на самом деле можете работать сразу с несколькими процессами. Смотрите. У нас же многопроцессная система. Мы можем запустить гору процессов, да, и они все будут работать. Ради этого вообще вся вот исторический Unix ради этого делался. Здесь же мы всегда имеем дело с процессом так называемым интерактивным. То есть он запущен, пока вот эта команда не отработает, вы свою подсказку шелла не получите. Интерактивный процесс. Ну, то, что слово интерактивное здесь неправильно сказано, но я не знаю, какое. Foreground. По-русски, то есть по-английски это будет foreground process.
Если есть foreground process, да, если есть домашние хозяйки, то должны быть и дикие. Значит, если есть foreground process, то, наверное, есть и background process. Конечно, есть. То есть идея стоит в том, что ровно один процесс, который вы запускаете, он связан с вашим терминалом по вводу-выводу. По вводу. По выводу все могут быть связаны. Создавать дикую кашу. А вот все остальные процессы надо уметь запускать так называемые в фоне, то есть в ситуации, когда они не вводят, вводят только один, разумеется. Вот. Но зато могут выводить на ваш же экран время от времени что-то. Создавать там жуткую кашу, потому что они не синхронизованно это делают. И если вы запустите несколько процессов, которые одновременно выводят нам на экран, то будет, ну вот, мешанина. Так что лучше этого не делать. Лучше перенаправлять ввод в файл и запускать процесс в фоне. Как запустить процесс в фоне? Ну, как запускается процесс? Форк, экзек, вот эти все дела, да? Ну, нормально. Вернее так, форк закрыть ввод, потому что если вы не закроете ввод, будет нехорошо. Да? После чего экзек, после чего пошло-поехало. Вот. Так вот, для того, чтобы запустить процесс в фоне в шеле, надо поставить только в конце амперсентик, написать что-нибудь типа там, не знаю. Какой процесс обычно в фоне запускают? А? Да, какой-нибудь браузер, еще что-нибудь такое, да, вот что-то, что не требует стандартного ввода, да, пишите что-нибудь там, Firefox. Да, плеер какой-нибудь, да, вот не знаю. Вот эта штука автоматически означает, что произойдет fork exec без ожидания окончания этого exec. Все. То есть на самом деле вот так даже проще запустить процесс, чем вот так. Потому что в так будет процесс запущен, и родитель будет ждать, пока потомок умрет. А так не будет. Понятно, что это скорее относится к сюда, но вот какие-то вот способы управления процессами, да, это тоже важно. Кстати сказать, вот такая штука позволяет вам, собственно, писать пресловутый командный сценарий, который что-то запускает в диком количестве, это что-то болтается в памяти и работает. Бас, запускал процессы, вышел, все, система готова. Вот. Я далек от утверждения, что все это было, что они заранее специально так придумали. Как вы понимаете, все это росло десятилетиями и, по крайней мере, пятилетками. И вот со временем утряслось в такую цельную систему. Вот. Но тот факт, что эта цельная система как бы произросла сама из себя и отфильтровала те, ну скажем так, большую часть тех неудобств, которые при этом могут возникнуть, да, он как раз и сделал этот конструктор весьма и весьма привлекательным. Вот. Что касается интерпретатора командной строки как языка программирования, то, по-моему, в общем, кроме того, что мы здесь сказали, нужно только еще одну вещь сказать. Сейчас я посмотрю. Да. Смотрите-ка. У нас есть стандартный формат. Команда, первый параметр, второй параметр и так далее. Как вы думаете, насколько часто вот этот формат будет использоваться при запуске командных сценариев? Вот тех самых, в которые мы сложили наша команда. Ну, правильный ответ практически всегда. Командный сценарий – это как раз программа, которую мы запустили. Ну, конечно, бывают командные сценарии такие одноразовые, то есть так запустил, там что-то запустилось, и на этом все. Но, как правило, нам тоже нам нужно здесь в них передать что-то параметрическое. Так вот, знаете, как устроена передача параметров командной строки в командный сценарий? Ну, вот в C, помните как? У вас у функции main два параметра. Первый параметр – это массив строк с параметрами командной строки. Нет, второй. А первый параметр – это количество. Вот. В shell у вас есть переменная под названием 1. Это первый параметр. 2 – второй параметр. Вот. Переменная под названием решетка – это количество параметров. Просто обращайтесь к ним, они там. Вот.
А переменная под названием 0 – это название программы. Ну, argv0, как в C. Только еще короче. Вот это самое «еще короче», которое я тут не раз подымал и педалировал этот вопрос, это еще один, на мой взгляд, совершенно естественно произросший, но при этом сделавший свое дело бонус, который превращает вот эту Unix-подобную систему в удобный конструктор для решения очень широкого класса задач. Потому что для того, чтобы вам запрограммировать решение какой-то системной задачи на том же самом шеле, нужно написать, ну, вот такой вот шелл-скрипт. Он все будет делать. Вот. Что умеют современные оболочки? Да, вот это все, что я сейчас рассказывал, этому лет 40. Да? За эти 40 лет, наверное, что-то произошло еще. Как ни странно, язык программирования, конечно же, революционировал. Есть несколько разных командных оболочек со своими улучшениями, но до сих пор считается хорошим тоном эти улучшения не использовать. То есть почему-то вот считается правильно писать на классическом шеле, вот. Потому что, например, вы можете свой сценарий засандалить в такую операционную систему, где будет только классический шелл, а там чего-то не будет. Вот. Потому что на свете много разных Unix-ов, Unix-подобных Unix-ов, не только Linux, ну и так далее. В частности, я тоже по непонятным уже мне сейчас причинам придерживаюсь такого мнения, поэтому я небольшой знаток всевозможных новшеств в языке программирования. Вот. Тем не менее, в современных шеллах, я точно знаю, бывают массивы. Это принципиально иной тип данных. Вот. В современном шелле я точно знаю, есть довольно забавная манипуляция вводом-выводом, так называемый мультиоз. Мультиоз. Это когда вам нужно... значит, какой главный недостаток вот этого перенаправления ввода-вывода? Вы можете перенаправить только один вывод в один файл. А если вам нужно, значит, в три разных файла потом вот слить, потом еще как-то вот так вот сделать, приходится как-то колдовать. Вот в современных шеллах есть всякие заморочки, в которых вы можете, например... нет, я сейчас не вспомню, вот... Почитайте документацию лучше. Короче говоря, например, слить вывод сразу из трех команд, которые выводят на стандартный ввод. Вот, ну это cat. А, нет, cat это из файла. А если три команды выводят на стандартный ввод? Ну, наверное, их можно подряд как-то задать. В общем, не знаю, да? Вот надо почитать, что такое мультиоз. Я точно знаю, что есть такое направление, связанное как раз с более прихотливым при направлении ввода-вывода. Вот. Что еще есть в современных шеллах такого, что о чем имеет смысл поговорить? Имело бы смысл поговорить, если у вас было много времени, по части программирования. Арифметика встроенная. Она встроена просто потому, что командочка экспор каждый раз вызывает, это дорого, вот и все. Да? Лучше пускай сама посчитает. Вот. Что? Да, меньше возни со скобками, да, существенно. Вот. С подстановками, вот с этим всем. И много-много адских подстановок. Значит, что значит подстановка? Смотрите, раньше у нас было как? У нас была переменная, и мы могли взять ее значение, та строка, которая внутри стоит. Все. Потом до народа дошло, что каждый раз вызывать какой-нибудь сед, чтобы просто отрезать половину строки до определенного символа, это оверкилл. Поэтому первым делом уже в обычном шелле появились подстановки, которые позволяют, скажем так, задать шаблон и подставить все до шаблона. Вернее, подставить не всю строчку, а с отрезанным куском до шаблона или после шаблона. Так вот, в современных шеллах раздел подстановки включает в себя там десятки страниц. Там можно делать замены, там можно превращать... вот это, кстати, я скажу. Там можно задать шаблон, который вам видит не весь список, не всех файлов,
а только в файлах определенного типа. Не в смысле .c, а в смысле, допустим, только исполняемых. Вот. Вот этих подстановок там какое-то бешеное количество, и частично это интересные вещи, частично неинтересные, но вот в этом направлении они развиваются. Один из самых толстых шеллов, который называется Z-shell, в него даже встроены всякие команды типа работы с FTP, работы с сетью, прям в shell. Вот. Но я этого ничего не знаю. Будем считать, что. Так что развитие шелла как языка программирования ничего нового не прибавило к тому, что уже было, за исключением того, что, возможно, какие-то вот толстые задачи на шелле стали решаться лучше. А вот в плане интерпретатора командной строки современные шеллы дадут 100 очков вперед старому Борн-шеллу, который был вот 30 лет назад. Тут вот очень много чего изменилось, вернее, добавилось. Смотрите, что такое редактирование командной строки? Это такой бесконечный процесс, ну, вы видели, наверное, линуксоидов, сидящих за этой командной строкой, уныло или радостно вбивающих туда всевозможные команды. Вот. Как выглядит этот процесс? Вы, значит, вводите какую-то команду, получаете результат, ошиблись, возвращаете историю. Нажимаете стрелочку вверх, редактируете эту команду, снова ее вызываете, получаете результат. Редактирование командной строки. Редактирование ее. То есть не просто, значит, а там вот что-то какие-то поменять, какие-то буквы, что-то. Да, вот это все. Что еще? Один из самых мощных инструментов, так называемое достраивание. Что такое достраивание? Ну, представьте себе, что у вас есть команда, а к ней ключи. Вот. В принципе, особенно полнословные. В принципе, вы можете этот ключ целиком набирать, но, вообще говоря, наверное, можно заставить это делать компьютер. Если компьютер, shell видит команду, то можно где-нибудь там у ей внутри задать список ключей, которые у команды есть, и специальную кнопку, которая скажет так, вот ты начал писать там название, нажми tab. Обычная кнопка достраивания – это tab. И если такое название среди ключей только одно, вам весь этот ключ напишется. Или вы начали работать с командой, которая работает с файлами. Нужно имя файла. Начали писать имя файла. Оно длинное. Длина самой главной балки. А у вас в каталоге есть только два файла. Длина самой главной балки и длина не самой главной стойки. Вот пишите длина, нажмете tab. Он бац и показывает. У вас все, два файла начинают на слово длина. Вы говорите длина с и снова tab. И он подстраивает все остальное, потому что такой файл только один. Программирование с помощью таба. Вот. Опять же, если вы посмотрите на людей, которые много работают и эффективно работают в командной строке, вот, вам может показаться, что они с какой-то неимоверно бешеной скоростью набирают эти свои команды. Не верьте этому. Это обманное ощущение. На самом деле, нажимают на tab, и shell набирает все сам. Вот. Я на этих свойствах останавливаюсь очень-очень бегло, потому что мы сейчас разговариваем не про них. Мы разговариваем, если вы помните, про то, как из этого сделать дистрибутив. Вот это всего лишь такое пользовательское, скажем так, практическое свойство той операционной системы, для которой мы собираемся делать дистрибутив. Да? Что там много работы в командной строке, и эта командная строка на самом деле развивается по сей день. Вот. В общем, достраивание – очень мощный механизм, который, собственно, позволяет вам, та же самая история, как и про все остальное, как можно меньше выполнять действия, как можно больше свалить действий на компьютер. Даже набор на клавиатуре. Даже набор на клавиатуре можно частично доверить компьютеру. По крайней мере, он всех технических ошибок делать не будет. Вот. Более того, опять же, в современном в том же Z-shell, в этот достраивание может работать так. Вы нажимаете tab, достраивание смотрит, какую команду собираетесь запустить. Запускает ее с ключиком минус-минус help, читает список положенных ключей, выбирает оттуда ключи и предлагает его.
То есть вам совершенно не обязательно должно быть свойство одного только shell, там может быть целая логика. Или вы говорите, вот этот самый модуль FTP так работает. Вы говорите, скопируется FTP что-то. Вот, нажимаете tab, он заходит по FTP, делает там ls, смотрит, какие файлы, показывает вам список файлов. Ну вот, вот это все. Да? Все это делает shell. Еще как минимум три вещи надо рассказать. Во-первых, одну вещь, про которую я совсем не рассказал, это неправильно. Это вещь вот какая. Вот помните, здесь было написано командная строка, вот я даже вижу еще чуть-чуть. Как происходит работа с так называемым pattern final generation, с шаблонами. Вот вы написали что-то типа ls звездочка точка c. Вот в операционной системе другой, вот эта команда получает звездочка точка c, и она обязана разобраться, что это такое. В Unix-подобных системах вот этим занимается shell. Это, собственно, file name generation. Команда ls получает список файлов, соответствующих вот этому шаблону. List. Вот. Значит, к тому моменту, когда запустится команда ls, она получит на вход список всех файлов, вот список всех файлов, которые заканчиваются на .c. Эту подстановку сделает shell. Так вот, вот эта подстановка, так же, как вот эта подстановка внутри программы, сейчас очень сильно развивается. Там можно всякие штуки делать, вот, чтобы, например, я уже говорил, там, выбрать какие-то файлы, которые только исполняемы, или которые принадлежат только какому-то пользователю, или еще чего-нибудь, или только пустые, например, файлы, чтобы их удалить. Как выделить все пустые файлы? Либо вызвать утилиту find с ключиком минус empty и потом все это удалить. Минус xargs там, что-нибудь такое. Да? Либо в Z-shell вот сделать правильную подстановку вот здесь. Или, допустим, есть такой совершенно шикарный шаблон звездочка-звездочка. Там, не знаю, звездочка .c. Знаете, что это такое? Обойти рекурсивно вообще все каталоги и найти там файлы звездочка .c. Вообще все рекурсивно обойти. Вот. Тоже, в общем, тяжелая операция, но, по крайней мере, значит, тогда бывает нужно. Это одна вещь, я обещал три в современных шеллах. Надо распечатывать. Распечатывать надо. Подсказка и работа с фоновыми процессами. Ну и, пожалуй, хватит. Значит, еще одна штука, в которой народ упражняется просто, ну, как-то вот близко к запредельному, и это так называемая подсказка. Ну, казалось бы, какая нам разница? Вот мы работаем, дайте я сотру. Опять же, кто когда видел командную строку, она же примерно как устроена. Вот вы даете, значит, ну, вот в старых Unix'ах как было. Если вы обычный пользователь, у вас подсказка $, и вы сюда пишете команду. Вот. А если вы суперпользователь, для напоминания, какая на вас лежит ответственность, помните, команды запущенные, процессы, запущенные суперпользователем, не подчиняются запретам на права доступа, да, то у вас подсказка вот такая. Ну, типа вот, если что, вот вам, да. Ваша ответственность, да? Вот. Потом кому-то в голову пришло, что это неинтересно, что вот сюда вот, в подсказку, можно помещать всякую полезную информацию. Ну, какая может быть информация полезная? Например, текущий каталог. Не говорит же каждый раз PVD, Print Work Directory. Давайте мы наш shell научим не просто подсказку рисовать, а в эту подсказку вставлять текущий каталог. Дальше больше. Дальше больше. Поскольку у нас активно развивается всякая сеть, а работа в командной строке по сети с помощью там, того же Secure Shell ничем не отличается от работы командной строки без сети, то бывает, ты заходишь к админу, а он уже забыл, где у него, от какой машины терминал открыт. Поэтому сюда недурно бы еще написать имя хоста, имя пользователя, под которым ты зашел, а то мало ли что. Вот. Хоть как-то будут отличаться терминалы. Вот.
Но и этого мало. Представьте себе, что вы, допустим, какой-нибудь разработчик, да? И вы разработчик такой настоящий линуксовый, а не такой, который сидит на Eclipse и жмет на кнопку «Сделайте мне хорошо». Среди таких тоже бывают настоящие разработчики, я ничего не говорю. Просто это другой стиль. И вам приходится много работать в командной строке внутри этих самых каталогов с исходным кодом. Там довольно много интересной информации можно туда засунуть. Например, если вы работаете с системой распределенных контролей версий, там с гитом, например, что туда засовывается? Ну, имя бранча, например. Да, там еще что-нибудь такое. В сети есть сообщество любителей модифицировать подсказки к Z-Shell, которое разрабатывает собственные шрифты, чтобы можно было туда какие-нибудь такие вот специальные символы подсовывать, свидетельствующие о том, что это не просто бранч, а бранч модифицированный. Что у него, значит, тот самый гид-статус выдает, значит, красненькое, или что он выдает зелененькое, или еще что-нибудь в этом духе. Все это можно напихать в подсказку, и по большей части это можно сделать прямо сейчас, вот в современных шелле, в современных, два у нас таких самых толстых шелла, это Bash, вот, Bash, не Bosch. Дело в том, что автор первого шелла, его звали Дэвид Борн, вот, а здесь это такая игра слов, Born Again Shell. То есть, с одной стороны, это как бы снова Shell Born, а с другой стороны, возрожденный Shell. Вот. Ну и Z-Shell. Вот. Скорее всего, в вашей операционной системе Bash будет установлен по умолчанию. Дебиановцы делали попытки перейти на другой Shell, более легкий, который называется H или Dash. Вот. Но там автор апстрим немножко такой странненький. Вот. Слегка. Не знаю, чем сейчас это закончилось. Все еще используется, аж в качестве, все еще используется, но они от этого страдают. Вот. Так что все Linux в основном сделаны на Bash, и даже есть такой термин башизм. И когда вы программируете с использованием свойств Bash, где там их там довольно много волшебных свойств. Вот. Иногда очень руки чешутся писать не на стандартном шеле, а на Bash, много всего. Ну а Z-Shell это вообще мой монстр такой просто вот, международного масштаба. Вот. Мне кажется, я закончил на эту тему. И у нас осталось 7 минут. Так. А? Маны, да. Вот как раз про маны. Я думаю, что 7 минут нам на маны не хватит, но 10, я думаю, хватит. Опа. У нас есть тема, отлично, эта тема перейдет на следующий раз, потому что она имеет отношение к слову дистрибутив. Это тема, собственно, как загружается операционная система. Ну и отлично. Значит, давайте закончим сегодня манами. Учитывая вот это все, как должна быть организована информационная подсистема в вашей операционной системе? По всей видимости, было бы неплохо сохранить принцип совмещения интерфейсов. То есть информацию было бы неплохо вычитывать оттуда же, где вы эти команды задаете. Ну, максимум, может быть, открыть несколько таких окошек. Вот. Поэтому в классической Unix-подобной, давайте я сотру где-нибудь, нарисую все эти маны. В классической Unix-подобной системе есть подсистема помощи, которая называется MAN, или Manual Page, руководство, вот, которая на самом деле такая же команда, просто MAN это такая команда, MAN. И дальше что-то. Что-то. Вот это что-то, это в первую очередь вообще все утилиты, просто все. Ну, по крайней мере, в классическом Unix и в Debian тоже так же, в дистрибутиве Debian есть policy, что без маны утилиты в систему не кладутся. Вот. Это всякие системные сущности. Например, я вот на прошлой лекции сказал, что man-here это исключительно BSD-шная штука. Ну, разумеется, я ошибся. Разумеется, есть man-here в Linux тоже. Который описывает иерархию файловой системы. Да? Это какие-то программистские вещи, маны есть по всем системным вызовам, например, точнее, по всем функциям в libc, которые соответствуют системным вызовам. Ну и, в общем, хорошим тоном является выпускать маны и по другим инструментальным вещам. Вот. Это маны по форматам файлов и так далее. Собственно, первый раздел — это у нас утилиты.
Второй раздел, боюсь соврать, системные вызовы, да? Системные вызовы. Третий раздел, библиотечные вызовы. Четвертый раздел, кто помнит? Я не помню. Устройство. Мы об этом вообще не говорили или почти не говорили, но в Unix-подобных системах, чуть-чуть говорили, в специальных каталогах лежат специальные файлы, которые на самом деле не файлы. Это такие штуки, с которыми можно работать как с файлами, а не устройства. Об этом мы, видимо, поговорим в следующий раз. Вот. Пять. Структуры данных, да? Форматы файлов. Шесть, по-моему, чуть ли не игры какие-то. Игры и вообще все такое. 7 у нас что? А? А, понятно. Как это правильно сказать? Сущности. Да? Ну да, да, да. Вот что-то. 8 системные утилиты. 8. Соответственно, вы здесь можете сказать просто номер. МАН, номер и что-то, и вам будет выдано под систему помощи соответствующий раздел. Что более важно, внутри себя сам manual page строго секционирован. У него есть секция name, которая выглядит очень просто. Имя и краткое-краткое описание. Дальше есть секция description, в которой есть секция options, там еще что-то. Вот. Все достаточно четко специфицированы, вы можете их делать, можете не делать, но не делать считается плохим тоном. Секция name есть всегда. Да? Значит, там description, options. Если это функция, например, это если сишная, то там будет return value отдельная секция, ну и так дальше. И еще очень важная штука, почему я вообще про это заговорил, это секция cAlso. Сначала про секцию name. Секция name состоит из имя и однострочник описания. Из вот этих секций name делается база данных, и которая с помощью утилиты apropos, имя, ну понятно, позволяет в этой базе данных искать. То есть расскажите мне, поищите не по всем вообще manual page, а только по кратким описаниям, где упоминается данное слово. В идеале вы получаете краткую выжимку всех ваших сущностей, и вот это apropos, оно, скорее всего, выдаст вам небольшое количество нужного результата, вернее, какое-то количество ссылок на подсистемы помощи, где будет описано то, что вам нужно. Такой вот черновой способ поиска. Путем задания правильных описаний. Вот в этом описании надо просто упомянуть нужное количество правильных сущностей. Говорите, apropos файл, вам выдается список всего, что работает с файлом. Правда, это будет большой список. Да? Или там apropos image, да? И вам будет выдан список всех утилит и сущностей, в которых есть слово image в описании кратком. Потому что понятно, что в длинном описании там всегда будет секция files, например, у тех же утилит, если у них есть конфиги, да, будет секция files. Вот. Это первый такой трюк. И второй трюк, на мой взгляд, самый важный, который делает по системе manual одной из таких наиболее удобных, старорежимных при этом, это cAlso, где вы перечисляете просто другие man-пейджи, имеющие отношение к этой. То есть фактически задаете то, что называется семантическая сеть. Вы не говорите, что есть еще все остальные мануалы, читайте там. Нет, вы здесь вот в разделе, как автор этого манпейджа, говорите, а еще почитайте вот это, и вот это. Таким образом, даже если вы первый раз не попали куда надо при поиске информации, вы заглядываете в cAlso и видите какие-то относящиеся к проблеме вещи. И вот ходя по этой семантической сети, вы довольно быстро, если вы знаете, что искать, находите нужную информацию. Такой, если хотите хорошо организованный маленький интернет прямо на вашем жестком диске. С правильной ссылкой. Ручными, правда, да? Вам придется говорить man, вот это вот.
К сожалению, эта схема была хороша 40 лет назад, да? Когда у нас было 200 утилит, к ним полный манпейдж, 100 системных вызовов, к ним полный манпейдж и так далее. В современности, конечно, это работает не очень хорошо, но помимо этого есть другая подсистема, которая называется Info, у которой гораздо более гибкий формат, и туда можно класть всякие учебники и вообще большие статьи. Вообще любую структурированную информацию, оформленную в виде книги, можно класть под систему Info. Вот. Она тоже текстовая. По ней, кстати, тоже есть апропо и поиск. Вот. Если этого не хватает, есть вообще каталог USR Shared Doc, помните такой, где лежит вообще всякая документация, абы какая. Но мы-то с вами живем в современном мире и прекрасно себе представляем, что главная для нас документация – это Google. Google – твой друг. Вбил что-то туда и получил. Главное узнать, что вбивать. В защиту Mana Info скажу следующее. Вот если вы что-то ищете в Гугле, у вас должен быть опыт по фильтрованию шума. Да? Вы должны хорошо понимать, что вы ищете. Вот. Особенно если задача такая вот. И вы нарываетесь на какие-нибудь, ну не знаю, убунтовские форумы, где люди друг другу пересказывают какие-то команды, которые одной четверти людей работают, а трех четвертей не работают. Ну потому что они не хотят читать. Они вот только вот там вот внутри себя в этом вебе и шарятся. Да? Здесь же информация вот отжатая, да? Вы действительно получите то, что хотите, если тут это вообще скажут. К моему большому сожалению, чем дальше, тем объем информации больше, а меняется она чаще, и поэтому не всегда успевает попасть вот в эти структурированные системы. И это мы должны иметь в виду, это мы переходим уже к теме следующей нашей лекции, и на этом заканчиваем. Это мы должны иметь в виду, когда формируем дистрибутив. Что с одной стороны наш дистрибутив, он вот такой, Unix-подобный, а с другой стороны он рассчитан на открытое информационное пространство, постоянно пополняющееся, постоянно меняющееся. Вот на этом я сделаю паузу. В следующий раз мы поговорим про организацию дистрибутива пока еще вот такой вот Unix-подобной системы. И если хватит времени, поговорим о том, как двигаться дальше и как сейчас Unix-овое сообщество двигается дальше. Вопросы по материалу? Ну окей, да, я думаю, что тут... Главный вопрос, а где это изучить подробнее? Ну вот, наверное, можно почитать учебник Курячего Маслинского, вот. Там довольно неплохо все разжевано. А если нет, то лучше тогда еще этого самого, кто у нас там, Костромина, например, вот. Есть учебник Костромина, вот такой толщины, очень неплохой, вот. Если вопросов нет, то спасибо.